К другим темам. Реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Якутии заслуживает позитивной оценки. Об этом сегодня журналистам по итогам объезда строительных объектов сообщил заместитель директора Департамента региональных программ Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Раменский. Всего в программу объезда вошли 4 пункта. Строительство энергоэффективных домов и детского сада в Жатае, а также жилых домов на Дзержинского, Лермонтова и Кузьмина в Якутске. В свою очередь, министр строительства Якутии Вера Кузакова добавила, что все обязательства по переселению из ветхого и аварийного жилья в республике будут выполнены к 2017 году. Видите, посуду же вырос. Здесь же чистое поле было. Конечно, есть проблемы. Есть проблемные объекты, которые в срок, к сожалению, скорее всего, не успевают быть введены. Но мы надеемся, что мы совместно с правительством найдем какие-то варианты решения, и программа будет выполнена в срок.